Вы обещали показать мне свою работу, свободу? Да-да. Скажите, а вы где здесь? Здесь в доме есть мой собственный стол в комнате, и диван находится. Знаете, когда я утомлюсь совершенно под полным отупением, вот все досадит, я буду спрашивать. Забавляюсь этой штукой, сейчас другой. И диван находится вся на счет приглашенных, а я сижу за своим столом и мажу. Мне тепло, уютно. Знаете, сверчок кричит. Да, но это потому, что мы с вами сегодня часто, нечасто. Ну, всего раз в месяц. Хорошо. Хорошо, смотрите сюда. Вот, картина нашего уезда, каким он был 50 лет назад. Темные светло-зеленые краски показывают леса. Видите, 8,5 всей площади заняты лесом. Где по зелени положено 12 лесов. Ну, тут водились озеро, лосень. Тут я показывал флору. Вот на этом озере водились гуси, лебеди, утки. И старики говорили, о, птицы, чапывай, ну, видимо, невидимо, он отсылился на пушку. Вот там не ушел деревья, не стали сомневаться, куда же ручки расплылись, и другие мельцы. Рогатые скатались, и было мало. Вот, голубой краски не было. Это волосы, краски, глазки, волосы. Волос здесь. Здесь водились целые туманы, и на каждый год проходили столько. Хорошо, посмотрим дальше. Картина нашего уезда, каким он был 25 лет назад. Ну вот здесь уже подвесла только 1/3 всей площади. Вы знаете, после меня. Но лось еще есть. Вот зеленые краски глубая уже бледнее, 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 и вот так даже. Переходим к третьей части. Картина нашего уезда. Настоящая. Зеленые краски уже полетели сплошь опятнами. Исчезли и лоси, и лебеди, и глухари. От прежних следов лежится до свидания, в общем, картина постепенного и несомненного вырождения. Это может быть 10-15 лет, собственно. Вот вы, мне скажете, здесь будет много времени, а что стараюсь жить, если должна естественно наступить место много, я понимаю. Понимаю, что на месте вот этих истребленных лесов. Пролегли бы шоссе, железные дороги, привелись бы с заводы, фабрики, школы, народ, народ. Здоровее, богаче, умнее, но ведь посмотрите, тут бы ничего подобного. Уезде здесь болото, комары, тоже без дороги. И сюда. Тихо. Дифтерит. Тут мы имеем дело с вырождением вследствие непосильной борьбы за существование, когда на голодный, озябший, больной человек хватается за все, чем только можно утолить голод, согреть. Посмотрите, ну посмотрите, разрушено практически все. А взамен не создано ничего. Откровенно говоря, мысли мои не тем заняты, вы простите.
Мне нужно сделать вам маленький допрос. Я смущена, я не знаю, как начать. Допрос? Допрос. Но давай на меня сядем. Дело касается одной молодой особы. Мы будем говорить как приятели, как честно. Если бы не мог поговорить, забудем, о чем была речь, да? Да. Дело касается моей младшей сестры. Она вам нравится? Да, я ее уважаю. Вам нравится? Как женщина? Нет. Ну, еще как весь мой конец, а вы ничего не замечали? Ничего. Вы не любите ее. Я тут глаза вижу. Она страдает. Поймите. И перестаньте хвастаться. Мне об этом сказали месяц два назад, я, пожалуй, подумал. Нет, но если соли страдают, то я не могу. Знаете, я только одного. А зачем? Что это значит? О-о-о-о, вы не понимаете. Нет, положим, с той стороны, я вас не допускаю. Ну зачем вам это что? Слушайте, я прошу вас, не делайте такого, не помню. Вы отлично знаете, зачем я бываю здесь каждый день. Зачем я ради кого убываю? Вы же так отлично знаете. Хищница, милая, не смотрите на меня так, я старый воробей. Хищница, я ничего не понимаю. Красивый, пушистый, орел. А ну, стажер! Вот, я все вынесу, все видимо. Я бросил все, я сам вынесу. Слава, ты ужасно нравится. Ужасно нравится. Ну что ж, я побежден. Я побежден, но это знаете, без допроса. Я покаяюсь. Покаяюсь на тебе. Вы с ума сошли? Я лучше и выше, чем вы думаете, клянусь вам. Сейчас не будет смысла. Говорите скорее, когда вы любите. Говорите скорее, что я могу войти. Поцеловать ваш ароматный волос. Зачем красу? Зачем красу? Не надо нести. Не надо нести. Какая красота? Какие руки? Позвольте, уходите, вы забылись. Давайте, мы сейчас это довести, что вы сам что приедете. Я прошу. Нет. Это неизвестно. Вы просто идите. Спустите. Утром было пасмурно, как будто на дождь, да?
перед солнцем. Огры по совести осень. Осень у нас прекрасная, прекрасная. Да, и осень. Осень у нас, знаете, ничего себе. Вот только что дни. Краткий сон.